фокусы, ни шуточки, ни чудеса. Переживают даже крокусы, глазами впившись в небеса. 1961 год, 12 апреля. Мне не забыть тот день апреля. Слонялся я назад, вперед, не находя иного дела, как рушить над ручьями лед. Сияло солнце, голубая высь прямо под ноги лилась, и вдруг до слуха долетает из окон сообщение ТАСС. Сегодня Левитана голос был точно на голову снег. Впервые на ракете в космос советский вышел человек. И я, не понимая толком, что говорилось и о чем, смотрел на небо долго-долго, так и застыв с открытым ртом. Так я встретил 12 апреля 1961 года.